Приветствую зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Маркхаммер на канале, продолжаем. Расчистить путь! Предатели погибнут от нашей руки в мгновение ока! Они не заслужили быстрой смерти! Блин, короче, пушка говно, патронов мало, стреляет медленно, да, по урону клево. Ну, блин, она вообще, наверное, только на ближний бой. И вообще, блин, молот я не ставил. Какого хрена стоит молот? Прыжковый ранец активирован. Блин, а такому приему меня не учили. Прикинь, тут можно, если ты с разбега убежишь, прям летать у них, окей. Путь свободен. Поспешим. Таласа ждет от нас сигнал наведения. Так, мне бы пушечку сменить. Ну ладно. Этот столб скверно искажает землю вокруг. Таласа, мы десантировались. Движемся к цели. Что у вас? Мы в непосредственной близости к боевой барже. Вы нас опережаете. Доложите, когда Атрей будет готов к запуску. Будет исполнено. Мы позволим им обойти нас в исполнении миссии, брат? Не сегодня. О, стволы, стволы, стволы. Переброска! Так, ну выжигатель нахер. Вот меч я возьму. Это сюда. Мне пригодится. Блин, снайперская. Эта мель-то у меня и есть, да, получается? Не хочу, блин, ее. Пора за работу. Во, вот это пойдет. 130 хотя бы патронов. Я так себя уютнее ощущаю. Она против толпы в ближнем бою, да, пойдет, но блин. Местное
Бля, не хрена у меня. Да где уроды все? Я заткну тебя раз и навсегда, колдун. В смысле, ты заткнешь? Это я его заткну. О, патроши, патроши, патроши нужны. Алтарь уничтожен. Наверху! Удар нанес здесь колоссальный ущерб. Стойте! Замедляется. Колдовство еретиков. Безусловно. Но это приведет нас к цели. Наверняка это ловушка. Времени мало. Придется рискнуть. Двигаемся к собору. Двигаемся с осторожностью. Блин, достичь, да? Таласа, мы почти на месте. Доложите, что у вас. Спящий гигант вскоре пробудится, брат. Дождитесь нашего сигнала. Вы это слышите? Призраки в эфире. Не обращайте внимания. Подожди. Да я хрен туда перепрыгну. Нет, перепрыгну, ладно. Так, а здесь мы можем, блин, грохнуться. Собираю припасы. Громовой молот. Слушай, а больше он и круче, кстати, чем у меня-то там был простой. С этим я их уничтожу. Я возьму, ладно. Так, есть хилочка, неплохо. Задействовать.
Так, а что там у нас? Блин, ну это что за фигня? Маяк, что ли? Таласа, передаю координаты цели. Ваш сигнал едва различим за помехами, но сгодится. Лейтенант, сильные помехи. Держитесь в непосредственной близости к цели. Держитесь! Если нас оттеснят, Атрей пройдет мимо цели. Мы не отступим ни на шаг. Они не помешают нам увидеть крушение этой нечестивости. Будем сражаться до тех пор, пока башня не рухнет. Умрите! Запятнанные варпом вырасти! Смотрите, как ваши ложные идолы падут во прах. Я плюю прямо в проклятый глаз вашего примарха! Да блин, откуда они меня валят? Блин, у меня уже и патронов-то нету. Таласа! Их вам сигнал потерян. Помехи? Возможно. Давайте, братья. Слышите? Блин, патронов нету, слышите, блин? Так, далее патроны зашибились. Люс, должно быть, пытается запустить устройство. Или это кто-то еще? Что бы это ни было, Адептус Механикус этого не санкционировали. Ну блин. Остановите это. Есть, капитан. Я меч беру нахрен. Он ничего быстрее рубит. А в этой пушке патронов больше, нежели у снайперки, поэтому. Ему ра! Вы бьете по воздуху, кузены! Но скоро отыщем тебя во плоти! И лишим этой плоти! Можете оставить ее себе на память! Оставим, оставим, не переживай. Мы разберемся. А, блин, у меня тут я. Блин, я-то думал, у меня это...
Рюкзак хотел прыгнуть, а у меня ярость вернули. Да, сейчас она долго будет набираться. Куда там чел лез с этим мечом? Блин, он с ним даже обращаться не умеет. Похоже, враги хотят любой ценой уничтожить Аврору. Значит, устройство правда работает и может их ослабить. Думаю, им нужен только источник энергии. Тогда зачем они убили Носимиров? Этого я не знаю и гадать не хочу. Мы здесь, чтобы остановить это безумие, так и будет. Так, тяжелое что-то взяли, прям отличное, да? От нас они так просто не избавятся. Великий мурах предсказал вашу судьбу. У нас на глазах. Блин, ну ладно. Он, короче, когда с этим, с этой пушкой, он, получается, мечом не бьет. Это не сулит ничего хорошего. Идем в лагерь. Соответственно, если он не бьет мечом, я не хилюсь. Ну, вроде бы. Здесь все разграблено. Да блин, дайте мне ну ладно, патроны есть, дайте мне, блин, подхил. На низу там мы дойдем. Снаряжение наготове. Какое, мать твою, снаряжение? Что ты опять поменял? Как
Кайрон вызывает несокрушимый. Спускаемся в раскоп Механикус. Запрашиваем данные из архива карт. Запрещено по приказу Адептус Механикус. Это лейтенант Тит. Доступ разрешаю. Отклонено. Требуется печать Авроры. Назови себя. Это возмутительно. Так, 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 давай думать, что нам тут сделать. Что, как говорится, думать, сила есть, ума не надо. Снова еретики. Значит, мы на верном пути. Не нравится мне эта тяжелая болта. Винтовка, где моя? Отдай обратно, сука. Сука, все-таки успел меня ударить, да? Не, ну здесь мне писец. Блин, почему не хилит? Нет, что-то пишет, что пилит. Ни хрена не пилит. Смена магазина. Наверняка это не последнее. Уверен, это лишь арьергард. Держите оружие наготове. Фрагмент силы темных богов. Так говорил предатель Немирот. Веришь? Ну, он точно верил. Так, надо кофе немножко попить. Очевидно, не до конца. Проклятый Архимагас! Если артефакт и правда проклят, мы должны уничтожить его раз и навсегда. Согласен. Блин, я тоже согласен со многим, но... Ты понимаешь, о чем я хотел сказать? Так-то лучше. Ну да, полегче, полегче стало. Шлюз ведет в шахты. Заходим внутрь.
Вы входите в карантинную зону. Требуется дезинфекция. Сейчас мы тут всех продезинфицируем. Проведите биологическую очистку внутри камеры. Микробный индекс 1,2%. Начинаю стерилизацию. В этом мире почти нет признаков жизни. Это мир кладбища, брат. Он отведен для мертвых. Микробный индекс упал до 1,2%. Можно двигаться дальше. Можно. Интересно сказано. Жаль, эта комната не уничтожает и скверну заодно. Это задача для нас. Блин, давай мельто ружье возьмем. Замечательно. Ну подожди. Перезаряжаюсь. Ну патронов очень мало, блин. Это нахер. Мне пригодится. Я так не люблю воевать. Древние руины. Возможно, прикрытие для исследований. Скорее, их предмет. Фигуры на этих стенах выглядят странно. Это древние метки губительных сил. Вырезанные клубцами задолго до того, как Великий Крестовый Поход озарил этот мир. Культисты варпы не имеют к ним отношения. Откуда ты знаешь? Скоро увидишь сам. Блин, дофига чего дают. С этим я их уничтожу. Вот, да, вот с этим, блин, еще можно как-то жить. Как-то работать. Блин, ну как-то пусто. Архивраг добрался до самых темных глубин этих пещер. Возможно, до самой Авроры. Зачем тебе голова, да, если в ней нет мозгов? Эти руины огромные. Чем же древние камни заинтересовали адептов Марса? Мы не догадываемся, какие секреты они содержат. Главное, чтобы выдержали наш вес. Нашел боеприпасы! Да блин. Боеприпасами-то как раз таки пока что вроде бы все нормально. Thank you.
Да ладно, ты гонишь, блин. Пошли вместе, мы победим. Вот это ты дал. Это гребаный какой-то терминатор, твою мать. Да не, брат, это тебя предали. Ничего не знаешь о братстве. Лейтенант. Снова дешевые трюки. Так, ага. Дай сразу под хил. Пора за работу. Ну вот, блин, опять. Ну что я буду с 12 патронами делать-то, ну? У нее прям 12 это максимум, да? Да, 12 это максимум. Чудесный дар будет. Восполняю запас. Блин, ну чё, куда прорываться? Блин, да тут одни терминаторы, твою мать. Блин, будешь по нему попадать. А где ты перезаряжаешься? Покажи мне, я тоже перезаряжусь. Блин, а мне куда? Это туда что ли? Что-то я сейчас не понял. Подзапутался немного. Угу. А как мы можем туда попасть? Вот оттуда сверху. Все, я теперь понял. Просто тут не совсем ясно, блин, да, тут изначально смотришь, кажется, обрыв.
Остановим надругательство! Полигоны их не добивают, они такие раз типа обезвредили, блин. Просто толпой запинали. Это колдун собака. Эти предатели достойны самых жутких проклятий. Не теряй веру, брат. Мы покараем их должным образом. Жалкое колдовство. Было колдовство, нет колдовства. Всегда была здесь. Но как? Реликвия времен темной эры технологий. Это ересь. Они наверняка сошлются на марсианское соглашение. Снова их проклятый поиск знания. Так, ну видимо я сглазил, да, что с патронами все хорошо. С патронами теперь тоже все хреново. Ну а вот, а теперь все хорошо. Ага. Собираю припасы. Кое-что нашел. Так, стимулятор это тоже прекрасно. Как глубоко уходят эти туннели? Скоро узнаем. Вызывай лифт. А что, никто не нападет? Не верю. Нацелиться не дает. Нашел боеприпасы. Это терминатор или нет? Вроде бы да. Наделаем в
этом терминаторе ты! Да ты заколебал! Ладно. Узрите гнев императора! Отправляйся обратно в ад! Ну что там, приехал ли? Нет, где он, блядь? Лифт вот-вот прибудет. На узде закрепление неприятеля. Окажем им теплый прием. Да заколебал ты, алё, слышь, терминатор, блин. Пока ты ему башку не оторвал, ты его не одолел. Блин, ну нормальные такие бои где-то пошли, прям жесткие, я бы сказал. Будьте готовы ко всему. Трон Терры, что это? Гробница. Ты уже видел такое прежде? Только механические ужасы, которые исторгают подобные места. Марсиане все сохранили в неприкосновенности. Это место надо было стереть с лица Земли в тот же миг, как его нашли. Я уничтожу вашего жалкого механического человека. Но. Это место от нас. Но у нас есть глаза и уши в каждой тени, в каждом уголке, в каждом закоулке галактики. Я уничтожу Аврору, а вместе с ней жалкие мечты вашего примарха о победе. Опять требуется. Заколебал трепло. Не обращайте внимания на его болтовню, братья. Ничто не отвлечет нас от цели. Враги нас заметно опередили. Этот путь приведет нас к ним. Колдун не сможет ускользать вечно. К обелиску. Так, ну блин. Давай, наверное, на этом эту серию закончим. И дальше уже за колдуном погонимся в следующий. А на этом это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.